Добрый вечер, дорогие друзья. Мы очень рады вас видеть здесь сегодня в этот вечер. Спасибо, что пришли поддержать наш концерт. Этот концерт я на самом деле очень ждал его, потому что этот концерт приурочен к выходу моего третьего сольного альбома, который вышел на лейбле Artbeat в этом году, в начале этого года. Но так как я живу в Америке и только смог приехать, выступить и представить музыку с этого альбома именно сегодня, именно в это время. В общем, немножко с опозданием, но все же, я надеюсь, вам понравится, и вы сможете приобрести этот альбом здесь. Вот. Виталий Головнев, «Когда в Москве». Я хотел представить этих замечательных музыкантов, моих больших друзей, которые будут играть со мной вместе на этой сцене. Поприветствуйте, пожалуйста. Сегодня для вас играет на контрабасе Макар Новиков. За ударными Александр Зин. На тенор-сопрано-саксофоне Азат Байзитов. Меня зовут Виталий Головнев, и начнем мы с заглавной композиции альбома, первой композиции. Представлен на альбом, который называется «Blues for My Dudes». Thank you.
Продолжим мы с композицией, написанной Азадом Байзитовым, которая называется «Deciding». Решается.
композиция написана мной, которая называется Another Scene, другая сцена.
Thank you.
другая сцена. И продолжим мы с авторской музыкой, с композицией Азата Баязитова, которая не вошла в этот альбом, но я просто очень люблю ее играть, потому что это красивая музыка. Называется эта вещь «If You Still Trust». Если вы все еще видите... Thank you.
Steel Trust. Сейчас будет исполнена моя композиция, которая называется «Единичность». Thank you.
Решили сыграть такой один длинный сет для вас сегодня, чтобы не мучить такой музыкой сложной. Да нет, ну так, в принципе, это все, конечно, относительно. Мы сыграем сейчас композицию, я не знаю, кем она написана, но я услышал ее, влюбился в нее окончательно, бесповоротно, в исполнении джазовой певицы Ширли Хорн. Вот. И я записал две ноты, эта вещь называется «You won't forget me», «Ты не сможешь меня забыть». Thank you.
Сыграем еще пару вещей для вас, написанных мною. В общем, продолжим с композицией, которую я называл «Декада».
Thank you.
завершении нашего концерта я бы хотел еще раз представить этих замечательных музыкантов. На контрабасе для вас играет Макар Новиков. Макар Новиков. Наш драмер Александр Зингер. Тенор, сопрано, саксофон Азат Байзитов. И мы завершим наш концерт композицией, одноименной композицией альбома, который называется «When in Moscow», «Когда в Москве». Я также хотел бы сделать небольшой анонс, что если вам понравилась наша музыка и вы желаете приобрести компакт-диск, он стоит совсем недорого, всего 300 рублей. Вот обращайтесь, пожалуйста, в баре там. Вот такой вот диск.
Большое вам спасибо еще раз. Итак, мы как программас. Александр Зингер, ударный. Тенор сопрано, саксофон, Азар Бейзитов, Николай Головнев. До новых встреч.